Ага. Допустим, сюда лазер. 14. Так это очень мало, но пофигу, пойдет. Еще бы нет. По сути, мы должны их догнать. Граната тут падает под ноги. Но я держусь, я не пугаюсь вообще. Есть движение. Где? Там, в центр где-то. Центр? Справа. А, нет, прям под вышкой. Направо идет. Двое минут. А они уходят или что они там нет, делают? Нет, налево бегут, к контейнеру. Ага, вижу. Не спеши. Минус один. Один в центр зашел, к вышке куда-то. Давай поджиматься. Напугаю немного гранатой, чтобы он не слышал, как мы подходим. Лишь бы у него не хватило соображалки в подвал спуститься. Там вот граната. Где-то он далеко как будто кидает ее. Я не вижу никого. Блин, звезда кончилась. Секунду. Убежал. То, что мне тоже кажется, что он уже дальше ушел. Он откидывался, наверное. Да. Блять, не ушел. На один хп. Перезаряжается. Прямо за будкой, походу, за это что ли стоит. Дал ему хит. Убил? Попал, не знаю. Должен был убить, наверное, потому что я ему дал плюшку в грудь. Да, минус. Я ему бронебойным в грудах дал. Блять, еще есть вид! Я понял, погоди. Живи. Оттягиваюсь, где были. Он левее туда, к контейнеру. Как не попал, блять? Убил. Хорошо. У него сумка эта огромная, лодка. Голову не видно, куда стрелять, бля. Есть сюрпризы, интересно, там. Вот кто увидел, говорил, да. Ну. Так и я просматриваю. О, нет. Пропан вид. Угу. Сумки у этого типа оставлю. Теплаком был. Понятно. Почему так хорошо видел? Ты подбегаешь? Да. Кем? На бугар.
Бля, какой-то беззвучный чел. Так тихо бегает, блин. Какой-то котик. Какой-то котик, блядь. По-моему, засвет, Артем, на башне. На вышке. Тихо. Минус один котик. Слева спускается. В смысле? Нон рек или что это, блядь, такое? Нет. Ну теперь я тут хрен найду его. Он меня, конечно же, видит. Ну, встань ты уже, ЧВКшник, блин. Блять. Ой, там еще есть. О-о-о! Ну, сквозь прошел. Так все равно должен убивать. У него просто 12 класс брони. Опа, а Терик это тут мертвый. Я, походу, хаешку ему закинул. Рич, говорил, там два трупа лежит. Ну, труп один бот. Этого молодого я стрелял, пока он с этого выбегал, походу. Дыши этих издали. Я не могу, у меня боты вообще продамажили. А, его штурман убил. Ну, застилил. На досках сидит. Вот по кому-то стреляет. Это ты где? Да, подожди. Бля, нахер ты дергаешься, чел? А его не смущает, что там штурман, да? Нормально такой прибежал. Убил-то? Я его, да. Он прям по центру прибежал, через всю лесопилку такой. Такой, а, штурман? Окей. Я бота одолели, я не знаю. Ты? Дальше пошел, что ли? Ну, тихо! Да, и... Вот он! Блять! Да, у некоторых типов такое чувство, что чит какой-то стоит, что их боты не видят, просто не трогают, блин. Они просто среди них пробегают. 43 уровня. Может, они мажутся грязью, как хищники? Или готика. Готику я 3-ю овер дохера играл в детстве. Я рассказывал чату как-то. Я пошел в компьютерный клуб. Ну, не было интернета дома. Пошел в компьютерный клуб. Мне... На двух листочках, короче, А4. Ну, типа, вот так, короче, распечатали карту третьей готики. Я их вот так склеил между собой, эту карту. На этой карте были отмечены всякие, типа, тайники, секреты, какие-то персонажи основные, второстепенные, всякие там пещеры, сокровища. Я вот сидел за компом, и вот по этой бумажной карте
собственно, исследовал карту в Готике 3. Потому что там нету такой казуальной карты, как сейчас в играх, типа в Скайриме. Да, там у тебя все написано, иди туда, вот и все. Такого не было раньше в играх. Я вот по бумажной карте смотрел, например, находил пещеру. Как бы ставил галочку на этом листочке карты, типа я там был. И шел вот так, как бы изучать все дальше. Вот это, блин, вот это хардкор был настоящий. Проходил на все концовки эту готику, вообще там жестко в ней зависал. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.